Здрасте, ребят. 1080p, 60 FPS. А я неплохо выгляжу. То чувство, когда ты стримить еще не начал, но уже заебался. Пусть у меня пульс хотя бы до 110 просядет, я поприседаю. То есть они опять убрали сюжетный бой, блять, пиздец, это какой-то. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю. Гений, уважаемый, как бы можно, пожалуйста, вернуть контент ПВЕшный? Я все понимаю, но то есть, как бы, ну, это бред. Мне страшно. Мне реально страшно. Давайте. Ладно, пульс 100. Отсосим, я не знаю. Я просто сегодня бегал. Сейчас еще пожрал. Минут реально. Етить. Энергетик. Подпись. Тут, правда, хрен вряд ли вы увидите. Тут написано фокус. Твою мать. Блин, все равно она хочет на мою бошку вкусить. Тут вообще, конечно, написано Валентино Росси. И автограф. Что это, блядь, вообще значит? Легендарный мотогонщик. Я все жду какого-нибудь легендарного, знаете, вот есть там Шумахер, какой-нибудь Росси, Месси всякие. Вот. Я жду какого-нибудь легендарного, знаете, какого-нибудь, я не знаю, теннисиста. Сергей Говномякин какой-нибудь такой, знаете, чтобы тоже, знаете, это было стало нарицательным. Говномякин. Тут что-то какие-то слишком красивые такие, французские фамилии, итальянские, немецкие, британские. Это, кстати, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Я, по-моему, знаю только одного такого человека с интересной фамилией. Это Бубка. Но оно не нарицательное. Хоть он, по-моему, до сих пор держит рекорд по прыжкам в высоту. Бля, не хочу в соревновательные идти. Вот ситуации... Вот честно, вот, положа сердце на руку, не хочется. Не хочется сюда вообще лезть. Зря я на полный желудок сейчас приседал, ну да ладно. Это было... 10.
Я не знаю, за кого я сейчас играть буду, вот честно. Я вообще не знаю. Наука укажет путь к этому. Я разочарована. Так, 600 хп, давайте, засекаем секундомером. Секундомер. Мне пригодится твоя жизнь. 12 секунд. 12 секунд. 600 поделить на 12, это 50, 50 в секунду. Неплохо, кстати. Очень неплохо. Очень бодро. Бухенвальд. Атака. Мерси с нами. Так. Оуч. Я присмотрю за тобой. Оуч. Пора действовать. Теперь атака начнется через 30 секунд. Не, я, знаете, я, знаете, надо ее тоже потренить. Только не плачь. Я на самом деле так смотрю, но в принципе всех, кроме тарана, я смогу хилить. 5, 4, 3, 2, 1. Захватите объект. Давай я тебя включу. Мы под моей защитой. Бля, как хочется шифтануться какой-нибудь этой. Мы что-нибудь делать будем вообще? Бля, у нас два снайпера в атаке, пацаны. Я, блядь. Не, ну это калибровочка, конечно, но... Я ведь тоже когда-то только на одном персонаже умел играть, да? Это я помню. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Come on, man. Don't we fucking group? Go back and regroup, man. Ага. Ага, ага. Хорошо, молодцы. Молодцы. Let's push with my ult. Just wait for my ult, please. Я как бы без претензий, но вы знаете, я в эту игру играть не умею, но два снайпера в атаке, Эш плюс лучник, это, ну черт его знает, но мне что-то не нравится, вот что-то, что-то мне кажется здесь не так, вот, вы не согласны, кто меня смотрит, возможно, там полтора человека? И заморозочка сразу. Идеальная комбо. Молодцы. Я умер один раз за этот матч. У меня золото по... Два золота. Ладно, одно. Полное выздоровление. Ну, так-то минута 20. Это, в принципе, на самом деле неплохо. Да. Я, правда, не понимаю, каким образом они сейчас все подохли, но тем не менее.
Да-да-да-да-да, сюда-сюда, девочка. Get the rat up the roof, 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 get the rat. Я знаю одного человечка, который может так настреливать. Да ты загибешь. Но я хотел перелететь, думал, если я наверх туда скричу. К персонажу, к товарищу, то возможно это как-то мне поможет. Мой цеп свиреп. Вот что нужно той, у кого и так все есть. Прими две таблетки и позвони мне утром. Давай я тебя подлечу. Ловите! Противник обнаружен. Увеличь. Ты издеваешься, что ли, женщина? Ладно. Ну так подойди! Пытаюсь, блядь. Да что ж такое-то? Я съебываю. Ой, не, ребята, это полный анал. Yo, guys, group quick and go there. I vote if we can still get it. Just push in. 10 seconds. Come on, jump in. All jump in. There's nothing to lose, just jump in. Jump in! Why? Jump in! We had no heroes that could jump in that fast. What the fuck do you mean? Oh boy. No one is near enough. Блять, ну чел играет на помойке и чё-то вякает. В принципе, чел был в какой-то степени прав, но если бы мы пошли, мы бы просто умерли. Не пошли бы... Мы бы туда пошли, мы проиграли. Не пошли бы, тоже проиграли. Но если бы туда пошли, был бы шанс, что кто-то бы промахнулся ультой своей. Например, Ренька, возможно, бы промахнулся. Я присмотрю за тобой. Вы сражаетесь, я лечу. Все как обычно. Никаких претензий как к персонажу, к Бригитте, но, блять, то, что с ней сделали, это просто пиздец какой-то, блять. Это просто мусор, извините, пожалуйста, но это мусор, реально. 7500 хилина. Мы не докатили даже до второй точки. Я не знаю, блин. Но я только одного челика поднял. Ладно, два. Но это вообще просто... Мои подъемы ничего вообще не решили, они все умирали через секунду. То есть я поднимаю одного в ульте, а все остальные уже сдохли, к чертовой матери.
Ну, мне надо здесь стоять, я не могу просто подняться к чуваку сверху. Надеюсь, его кто-то другой хилить будет. И, а кто сдох вообще? Я не понял. Все назад тогда, блядь. Не, просто аннигиляция. Come on, guys. It's not that hard, man. Я, честно говоря, по пику... Ой, блядь. Блять. Я реально, я не понимал, где люди находятся. Я потерял всех и каждого. О, неужели? Yo, run up. У нас появились стэты ДД в команде. А? А? А у них 4,5 минуты на то, чтобы протолкать. Блять, сколько там? Половина моста хотя бы есть? Спасибо. Oh, come on, man. Thank you. О, хорошо! Ой, бля. Не, ну это было неожиданно, ладно. Точнее, нет, это был... Это ожидаемо, если есть Ренька. Но я был буквально в километре оттуда. Бля, чел взял того, кем надо было оборонить точку. Молодец, молодец. А, мы почти до конца дотащили. Оу. Жить. Бля, 3 сантиметра, 3 сантиметра. Сука, это вот меньше, чем расстояние между тремя пальцами. Чел, давай, я на тебе ульту прокачиваю, давай. Yo, I'm gonna go for the McCree. Блять, ну это было так, это было настолько на тоненького, что я вообще не знаю. Давай, подниму. Йо. Good job. Бля, танчик, да что ж такое-то? Куда ж вы претесь-то? Я туда не пойду. Ой, бля, ой, все. Yes,
Но я столько комбо не переживаю, к сожалению. Я мог подняться, я мог улететь там от колодца, от бомбы, от этой, но блять, от этого говноеда я не улечу никогда. Блять, ну чел потел просто, блять, как мог, нахуй. Я вот просто вот ему лайк персонально от меня. Ну а в конце появились ДД, но это как бы уже не имело никакого смысла. 13755, ну больше среднего. Это на самом деле вообще дохуища. Так-то по-хорошему. Потому что я ни на ком столько не выхиливаю, как на мерке. Новый уровень репутации, спасибо. Четвертый уровень репа. Ну, я не знаю, однозначно этому человеку... Да, блядь. Так. Этому, честно, он на помойке играл. Я ничего не хочу ему ставить. Ну, не знаю, у нас ДДшники вначале были просто отвратительны, поэтому я реально поздравляю только человека, который немножко тормозил, но все-таки взял нормального персонажа в самом конце. Ну, куда они, блядь, поперлись? Я не понимаю, куда, блядь, они поперлись там? Наверх, сука! Я никак даже не шифтанусь к ним, что это вообще было? Чем вы думали, ребят, чем? Ой-о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 й
блин, чел взял помойку, что мне брать? Кого? Причем, что самое забавное, моя мерка в какой-то степени даже порешала в этой игре, потому что на втором раунде было очень много важных подъемов, прям вот важных. Раз, два, три.